Здравствуйте, мы приветствуем вас в Пекине. Напоминаем, вы смотрите первый всекитайский конкурс по русскому языку «Стань победителем», организованный при совместном участии Центрального телевидения Китая и российского телеканала «Айс». Позади два конкурса, и совсем скоро мы узнаем, кто же станет победителем. А пока, друзья, поприветствуйте наших участников, поприветствуйте наши уважаемые жюри и, конечно же, наших наставников. Ваши аплодисменты! Итак, мы подошли к третьему этапу. Это озвучка кинофильма. Мы долго думали, какой фильм использовать в рамках этой программы. И это могла быть что-то, например, из китайского кинематографа. У меня любимый 36 ступеней Шаолиня. Было бы забавно. Либо что-то вроде из современного российского кино. Я предлагала «Любовь, морковь, два». Любимый фильм. Было бы очаровательно. Но мы обсудили и решили, что это будет старая, добрая, советская классика. Режиссер Юрий Чирюкин, композитор Александра Пахмутова, в ролях Надежда Румянцева, Николай Рыбников. Ну, девчата, я понял, что это за фильм. Это же девчата. Молодец, конечно. Молодец. Друзья, приветствуйте. Первыми на сцену на озвучивание фильма выйдет команда Пекинского университета иностранных языков. Аплодисменты! Фрагмент фильма «Девчата». Правила озвучки. Фрагмент из кинофильма «Девчата». В каждой команде для этого задания допускается участие не более одного носителя русского языка. Задача конкурсантов – показать новую интерпретацию знаменитого советского фильма, проявить креативность и творческие способности. Ходите! Дверь открыта! Здравствуйте, девчонки! Как у вас дела? Поготовились к конкурсу «Стань победителем». Да. Вот. О. Реквизит вам принес. Ух ты. Ой. Он как раз нам нужен. У вас просто золотые руки. Ну, присядь. Так. Сразу чувствуется победителем. Вера, вы замечательные студенты. Ну, конечно. Это же Пекинский университет иностранных языков. А вы знаете, сколько человек жюри выберет? Это сложно сказать. Может быть, только одного. Ух ты! Только одного. Ничего себе, какая конкуренция. Да, что делать? Что же мы будем показывать-то? Да. Слушай, это же такая возможность. Покажут по телевизору. Интересно, кого же они выберут? Ну, конечно же, меня выберут. Тут самый важный – это талант. Вот смотри, петь ты умеешь? Нет. А танцевать ты умеешь? Нет. А что, так много требований? А ты что скажешь? Ну да, она права. Ой, какие вы дурочки! На телевидении важнее всего красота. Это то, чего как раз у вас нет. Как ты смеешь так говорить? У тебя все получится. Ты ее не слушай. Да какие вы наивные! Ну посмотрите на себя в зеркало. Еще хотите на телевидении выступать? Я что, такая некрасивая? Правда? Ты ей не верь. Она просто завидует, что у тебя такой прекрасный русский язык. А по-моему, ты ей сама завидуешь. Я помню, кто-то в прошлом году прекрасно говорил по-русски. Ну, она же из Франции. Следила своими словами. Тебя, видимо, родители плохо воспитали. Ну, не моя же вина, что вы такие уродливые. Ну, что? Что тут происходит? Режиссер придет. Через 2 минуты. Приведите себя в порядок. На тебя, девочка. Перестаньте. Добрый вечер. Здесь поставь камеру 1. Хорошо.
А там поставь камеру 2. Хорошо. А здесь? Камеру 3. Как 3? У нас всего 2. Хорошо. Так. О, что это такое? Что за безобразие? Ты что, не мог убрать? Будет сделано. Кто капитан команды? Какая команда? Вы же выступаете вместе. А, ну раз мы все будем выступать, тогда я капитан. Ну, замечательно. Но в этом нельзя выступать. А там уже репетиция началась? У нас тоже будет репетиция? Да, все будут выступать. А вы жюри из России будете приглашать? Да. А вы пригласили Иванову, Скороходову и Кана? Конечно, мы приглашаем только профессионалов. Ну, в таком случае вы правильно сделали. Кстати, Алексей Кан носил бы шляпу вот так. О, красавец! А я не знал, что шляпу можно так носить. Слушайте, какая вы модница! Давайте, давайте! Пойдемте на репетицию. А вы уже готовы? Да, и мы победим. Сообщи! Другим командам. Да-да. Станем победителями. Спасибо. Пекинский университет иностранных языков, друзья. Хочется лично у вас уже спросить, все самое страшное уже позади, уже можно честно говорить. Фильм-то смотрели целиком? Да. Да. Я нет. Я 3 раза смотрела. А вот за честность отдельные аплодисменты. Спасибо. И следующими со своей вариацией на тему фильма «Девчата» на эту сцену поднимается команда Сианьского университета иностранных языков. Смотрим. Здравствуйте, девочки! Вот стали известны итоги конкурса на поездку в Китай на стажировку. То есть я не прошла. Но вот учительный приз. Многофункциональная табуретка с подогревом китайского производства. Ой, какая красивая! А ты попробуй присядь. Ну как? Очень удобно. А Wi-Fi она ловит? Ну ты сиди, а на стажировку у нас поедет Надежда. Ой, я так рада, так неожиданно. Ой, ну почему ее постоянно посылают? Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. А вот интересно, за какие знания посылают? Вот знает Надя чего больше, чем я. Ну как же, по китайскому у нее высокий бал и разговорные хорошие. Она любит лапшу и палочками умеет кушать. А разве за это посылают? Ну? Вера, ты как думаешь? В общем, конечно, так. Ой, ну сказали, знания у нее больше. Это я должна была поехать, потому что красивая, чем она. Анфиса, при чем тут красивая? Это стажировка. Треба повышение знаний. Ой. Тебе этого не понять. Ой, ну да, треба повышение знаний. А ты хотя она туда едет. Все, так и я должна была поехать. А вас правильно не выбрали. Вы слышали? Вот как так. Это правильно? Да не обращай на него внимания. А тебе надо быть скромнее. Скромность украшает человека. Конечно, если нет других достоинств. Вот некоторые очень скромные, но оценки самые низкие.
можешь так говорить? Я возьму и порву все твои шпаргалки. Посмотрим, на твои высокие оценки за бат-тес наберешь. Да ты даже со шпаргалками хорошо не напишешь. Глупай, как валенок. Вот я! Правда, я тоже не могу. Ты не идешь, а ты не Тихо! Есть еще одно место. Причешитесь. На свою руку поедете самое аккуратное. Ну, вот тебе! Вот сама тебе! С ума доволен! Тося, Анфиса, тише перестаньте! Здравствуйте, девочки. Претенденток из предыдущей комнаты вычеркнуть. Здесь студентки посимпатичнее будут. Поедут самые... умные. Почему сразу умные? Красивые. Ну, хорошо. О, валенок. Стоять. Вот чей валенок, тот и поедет. На стажировку. Справедливо? Конечно. Уверены? Уверены. Чей валенок? Ну, мой. Допустим. А почему заявление раньше не написали? А я только вчера в институт поступила. Но ведь ваш же валенок. Значит, и вам ехать на стажировку. А что? Первый курс. А много ли вы про Китай знаете? А что? Да так, ничего. Может, и немного. Но думаю, что у меня все получится. Да? Ну, как говорится, смелому и море по колено. Я тоже так думаю. Я вижу, что у вас шляпа из Китая. Проверим, подделка или нет. Оп, класс, подделка. Странно, друзья сказали, что из Италии привезли. Разыграли, наверное. Давайте я вам помогу. Ага. Угу, вот, давай. Аккуратнее. Вот. Угу. Пожалуйста. Ага. Вот. А вы не подскажете, где можно здесь шляпу купить? Ну, пойдем, покажу. Значит так, мы шляпу покупать. Я с вами за шляпой. А я с вами остаюсь. Ой. Следующими свой вариант фрагмента прекрасного фильма «Девчата» представит команда Шанхайского университета иностранных языков. Встречайте! Хотите, профессор? Здрасте! Анфиса, Катя, Тося, Вера. Олимпиада. Вот смотрите. Стул для победительницы. Ой. Мисс университета. Ручной работы. Ай, как здорово. Вот это да. А ты присядь, попробуй. Может, подрастешь? Верно. Ой, ручная, говорите. Я чувствую, что тянусь вверх. Либочка, обоставим. Не торопитесь, успеем. Липа, я слышала, в этом году ты опять в этом конкурсе участвуешь. В этом году она победит. Мы нашли ей хорошего спонсора. До свидания. До свидания. Ой, невозможно поверить. Она такая красавица, а встречается с таким стариком. А ты как думала? Любовь не такая простая штука. У каждого свои цели. Вот так вот, девочки. А неужели она только ради конкурса, а любовь? Я думаю, что не только. Она не первая, кто пользуется красотой для достижения своей цели. Да что ты говоришь такое, а?
Конкурс, конечно, справедливый. Тебе этого не понять. Конечно. Вот кое у кого есть корона, а женихов-то не видно. Ты врешь! Вер, скажи мне! Да не верь ты ей. Не всегда женщине нужен мужчина для достижения своей цели. Конечно. Вот кое у кого есть корона, а женихов-то не видно. Не слушай ее, Вера! Ты посылка такая, Анфиска! Ты специально ее задеваешь, чтобы ей поднее было, я бы из тебя бюре сделала. Что сделаешь из мухи слона? Правда, глаза колют. Ах, да. О, как ты посмела. Беги, я сейчас тебе... Ой, Туда, беги. Давай, беги, давай. Давай, успокойся. Убей ее. Сейчас я тебя поймаю. Отпусти меня, отпусти. Беги, беги, беги. Тихо! Не орите! Спонсор идет! Причешись! Где Липа? Такую драку испортил! Здравствуйте! Можно? А почему там прошлогодняя афиша висит? И здесь афиши нет. Положим. Телевизор. Убрать. Почему убрать? Поменять на плазму. Поменять? Сделаем. Ой. Стойте. Это чей сапог? Олимпиаде? Где Липа? Сделаем. Что сделаем? Виноват. Липа где? В Караганде. Как вам, девушка, не стыдно? А мне не стыдно. Подумаешь, королевишну нашли. Но нехорошо так о подруге. Ой, девушка, неужели это ваш размерчик? Наш, 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 наш. Поменять? А вы тоже участвуете в этом конкурсе? Нет. Как же нет, с такой-то красотой. Ну, я не знаю, как жюри отнесется к этому. Я была бы не прочь. А вы считаете, я им понравлюсь? Ну, я думаю, что без проблем. Ну, если вы думаете, я подхожу, ну, может, попробуем? Я думаю, что вы нам подходите. У вас хороший вкус. Ой. Да, пожалуйста, пожалуйста. А вы сейчас куда? Пойду зарегистрируюсь. Липу, не ищи. Окей. Вы видели, как она его, а? Ой. Конечно, понятно, почему такая тема выбрана, конкурс красоты. Недаром, я думаю, все-таки. А у вас в команде больше мальчиков или девочек? Девочки. Конечно, девочки. У нас в команде девочек. Только 5 девочек. 5 девочек? Судя по голосу, я думаю, что больше мальчиков. А как вы думаете? Ну, в принципе-то я тоже согласна. Да. Как бы я думаю, да. Прекрасно. Потом пойдем обсудим еще. Еще одна версия фильма «Девчата» в озвучании теперь уже другой команды. Сейчас на сцене Пекинский университет. Все свои дома! Здравствуйте, девушки! Угадайте, что я вам принес. Как-то готовлюсь к экзаменам, используя его, одни 5 получаю. Вот, ой, волшебный табурет. Хочу вам подарить, что вы все отлично сдавали. Ой, ну сразу видно, табурет отличника. Ну, присядь, попробуй.
Ну как? Ой, сразу вам, друзья, отличницы. Вижу отличные оценки в зачетке. Конечно. Надя, ты не хочешь присесть? У меня есть шпаргалки. Это и хорошо. Шпаргалки? Надя, ты для русскую литературу идешь в 7-й раз сдавать. Еще не сдала, что ли? Счастливое число. Сегодня сдаст. Давай. Не помогай, Вера. До свидания. Пожалуйста, давай я. А я вот русскую литературу с первого раза сдала. Она так прекрасна. Правда, девочки? Конечно. Это столько замечательных произведений, столько имен. Мне даже странно, что есть те, кто Пушкина не читает. А я очень люблю Пушкина. Очень люблю просто. А разве есть такие? Так бывает? К сожалению, есть. Не лучше. А что такое Пушкин? Свет мой зеркальце, скажи. Сказочник он не только. Как тебе не стыдно так говорить? Ой. Он солнце русской поэзии. Он великий. Солнце. А Маяковский сказал, что вашего Пушкина нужно выпросить с корабля русской поэзии. И забыть навсегда. Как это выбросить? Просто выпросить. Как это? Да не слушай ты ее, а ты тут всем Маяковского не навязывай. Не для всех его стихи подходят. А некоторые любительницы Пушкина стихи о любви Маяковского читают. Сама видела. Ну что ты за человек такой? Да кто такой Маяковский? Он ничего не стоит. Ты сейчас сама у меня мертвой царевной станешь. А ты еще всем богатырь и позови на подмогу. Вот тебе, на! Ой, ой, Пушкин! Что Пушкин? Ты? Маяковский! Пушкин! Маяковский! 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 На тебе! Ах, вот, на тебе! Маяковский! Тихо! У меня были неприятнейшие известия. К вам едет ревизор, причешитец. Проверять общежитие. Надя. Ой, Маяковский! Маяковский! Что, девочки, перестаньте! Можно? Добрый вечер. О чем беспорядок? Помните, как у Маяковского? Знай любой ребенок. Обязательно. Вырасти ты сына свинь. Свинь. Если сын свиненок. Свиненок. Минуточку. Это можно было сами убрать. Где график дежурства? Кто дежурный? Обязательно. Что обязательно? Виноват. Кто дежурный? Ну, я, допустим. Нехорошо, девушка. Что такое хорошо? А что такое плохо? Любите поэзию? Ой, извините, извините, мы уберемся. Маяковского? Он там, мы тоже все сделаем, это все сделаем, извините. Убрать? А где вы, девушка, учитесь? А что? Да нет, ничего. В Пекинском университете. Я очень люблю поэзию Маяковского. А вы, кстати, очень на него похожи. А мне этого раньше не говорили. Ну тогда я говорю. Ну, просто шляпу он носил по-другому. Вот, так. Ну, теперь и похожий. Ой. Да, шляпу я никогда не носил. А поэзию Маяковского тоже люблю. Недавно Пекинский университет закончил. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. А вы сейчас куда? В библиотеку. А, кстати, мы там еще не были. Пойдем посмотреть. Обязательно. Видели, как она его? Маяковский. Ой. Пекинский университет, аплодисменты, ваши друзья! Аплодисменты! Спасибо вам за столь яркую озвучку. А вы знаете, товарищ ревизор,
Я тоже люблю Маяковского. И вот мне любопытно, как бы он озвучил вот этот фрагмент фильма, если бы у него была такая возможность? В нашей озвучке мы сказали, что нужно выбросить Пушкин с корабля русской поэзии. Но на самом деле Маяковский такого никогда не говорил. А мы, если бы он сам озвучил этот фрагмент фильма, то он бы так сказал, нужно выбросить Пушкина с корабля... Сбросить Пушкина с корабля современности. Да, именно. А мы специально выбрали такую ошибочную фразу, угу. Чтобы показать, есть ли такие неучи, которые русскую литературу в седьмой раз сдают. И таким образом мы бы хотели призвать новое поколение придать больше внимания на блестящую русскую литературу. И мы очень рады, что такая хорошая традиция сохранилась у нас на факультете русского языка Пекинского университета. И сохранилась традиция и в других университетах. Спасибо большое. Блестящие слова в отношении русской литературы. Ваши блестящие аплодисменты в отношении команды Пекинского университета. Друзья, спасибо вам большое. Ну а сейчас мы приглашаем на сцену студентов Хэйлундзянского университета. Приветствуйте их! Заходите, пожалуйста. Добрый вечер, девушки. Я из рекламного агентства. Продюсеры выбрали модель для рекламы нового айстула. Айстул. Спасибо, что участвовали в кастинге. А кого же выбрали? Может быть, меня? Не вас, но вы можете пока присесть. Ну как? Замечательный айстул. Еще бы, 5000 евро. В рекламе снимается Надежда. А съемки когда? Прямо сейчас. А вам для рекламы только одна девушка нужна? Пока только одна. Идем, Надя. Идем. Повезло Наде. Знаменитостью станет и денег заработает. Почему меня не берут сниматься? У Нади рост хороший, фигура модельная, улыбка красивая, и опыт в съемках у нее есть. А помните, она пельмени рекламировала. Ну ведь у меня экипаж интереснее. Вера, как ты думаешь? У Нади внешность более коммерческая. Я сказала коммерческая. Да у нее просто дядя в рекламном агентстве работает. Нет такие связи. Алиса, при чем тут связи? Она просто более телегеничная. А тебе не понять. Скажешь тоже, телегеничная. Надя по знакомству прошла. Мне б такого дядю, я каждый день снималась. А вот вам, девочки, ничто не поможет. Как не поможет? Вы слышали? Да не обращай на нее внимания. Она просто завидует. Надо много работать, тогда и успех придет. А, много работать, еще чего. Кого природа обделила, тот пусть и вкалывает. Вот Вера, например. Вера, не слушай. Анфиса, как тебе не стыдно? Нашлась красавица, да тебе на тракторе ездить и коров таить. Ага, ты до коровы не допрыгнешь. Ах, так, ну, получай. Ты что? Девушки, красавицы, срочно нужна еще одна модель в рекламу. Какую? Ай, шкаф рекламировать. Ну, получай. Доберусь еще до тебя. Успокойтесь. Сейчас продюсер придет. Не доберешься. Так, к съемкам у нас все готово. А, камеры, свет установлены? Установлены. Ага, а там у нас что? Ага, плакат Киркорова. Снять? Не просто снять, а поменять на плакат Галкина. Сделаем. Так, а это что? Это же новая модель Айваленко. Кто знает, где такой купить? Вы знаете? Что купить? Айваленок. Не знаю.
Чей это айвалинок? Ну, мой. А что? Девушка, где вы его купили? А мне его родственники из Китая привезли. Из Китая? Замечательно. Говорят, они там дешевле. Таобао. А вы не хотели бы в рекламе сняться? Хотела бы. А и шкаф рекламировать? А и шкаф? Ой, как интересно. А сколько съемочных дней и сколько платят? Ну, один съемочный день. Гонорар приличный. Ну, если приличный, тогда я согласна. Сначала айшкаф, а потом и айшляпу можем прорекламировать. Как вы считаете? Айшляпа. Замечательная идея. До нас ее никто не рекламировал. Мы будем первыми. А вы не хотели бы обсудить новый ролик? Ну, идем, обсудим. Так, мы обсуждаем новый ролик. Понятно? Я с вами на обсуждение. Вы слышали? Ай, шляпа! Ой. Ай, 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 ай. Я думаю, что мы доживем до того момента, когда к каждому существительному в русском языке мы будем добавлять приставку «ай». Не знаю, что это хорошо или плохо, но тем не менее, ребята, вот все те радости жизни, мобильные технологии, информационные технологии, которыми мы сейчас пользуемся, это все результат фантазии студентов, которые учились еще 50-60 лет назад. Вот что бы вы хотели сделать для наших детей, наших внуков? Что бы вы хотели подарить будущему поколению? Было бы неплохо иметь ай-жениха. Он бы уборку сделал, деньги зарабатывал, и в кино меня водил. И самое важное, только меня любил. Смекалистая девочка, под аплодисменты. Спасибо вам большое, друзья. Ждите результатов финала. Спасибо. Желаю вам удачи. Спасибо. Дорогие друзья, далее на нашей сцене девчата в новой интерпретации от Далянского университета иностранных языков. Встречаем! Все вы, дорогие друзья, знаете известную сказку «Золушка». Мы взяли на себя смелость написать для нее, как это сейчас модно делать, альтернативную концовку. Итак, бал во дворце уже закончился, сестры вернулись домой, а что было дальше, мы сейчас увидим. Так неожиданно, я художник. Ой, бабочка пришла. Заходи, заходи. Доченьки, ой, мои красавцы, вы на балу просто всех очаровали. Пока вы там блистали, я вот табуреточку взял на память, пока никто не видит. Не трон, конечно, но тоже неплохо. Ой, бабочка, ты у нас какой хозяйственный. Учитесь садиться красиво, как принцессы. Ня-ня-ня-ня-ня, плюх. Я на этом стуле и постелю себе, и спать на нем буду. Дорогая, ты собирайся скорее, а то всю мебель растащат. Ой, там мебели много, на всех хватит. Папа, береги себя, слишком тяжелой не поднимай. Не волнуйтесь, милые, мы с вашей мамой дружно возьмемся, глядишь, и трон принесем. До свидания. Не тревожься. Нам мебель нужна, мы не в сказке живем. Ой, девочки, а как вы думаете, принц найдет мой хрустальный валенок? Валенок не туфлика, его из тольга видно. Тем более ты его случайно столько раз теряла, что принц весь вечер об него спотыкался. Ха! Вот я думаю, обязательно заметит. Правда? Да, уже не слепой. Только, милая моя, валенки это еще не гарантия.
Хоть все вы разбросай, он и не заметит. Не заметит валенки от зверева со стразами Сваровские? Да ладно. Валенки да валенки, шанс у вас маленький. С внешностью такою жить, только с валенком дружить. Эть, это нечестно, она меня вокально оскорбляет. Пусть поет, все равно ее мелодию никто не угадает, ни совести, ни голоса. А тебе уже давненько за 30, нет надежды выйти замуж за принца. Я угадаю эту мелодию 6 нот. Если ты будешь петь, тогда не знаешь, что сделать. Я буду на барабане играть, вот так. Где ты видела, милая, чтобы принц женился на барабанщице? Ах так! Девочки, хрустальный барабан у нас один. У него наш единственный шанс. Успокойтесь, перестаньте. Принц придет, нашу милицию. У нас таблеточки из-за ворота. Барабанщица, я сейчас убью одну кандидатку. Пусти, на! Мимо, а вот я тебе пью. Бей барабанщицу. Ха-ха! Тихо! Не губите. Парик поправ. Принц идет. А ну давай. Наяривай. Гитар. Семиструнно. Срочно прячь таблетку. На меня там в прихожей какой-то таз упал. И у меня неожиданно родились стихи. Я вижу на столе тарелку, а в небе... И дальше у тарелку. Почему? Птичку. А это что? Опять валенок. Второй день, а валенки спотыкаюсь. Вы посчитали, это сколько раз? Птичку. Какую птичку? Можно и курочку. Кто хозяйка валенка? Я здесь хозяйка. А вы умеете головой мотать? Какой у вас оригинальный способ знакомства с девушками. А я умею. Варенок я заберу для опытов. В небе птичку вижу. Скажите, вы поэзию любите? Смотря кто автор. Я сам пишу. Вы знаете, я кроме Пушкина никого больше не люблю. Я помню чудное мгновение. Передо мной явились вы, а я в восторге совершенном от вашей круглой головы. Ну так вот, что я вам скажу. Вы точно не Пушкин. И вообще, я еще не уверена, что вы настоящий принц. Корона, как мы знаем из курса физики, не мнется? Вы знаете, я корону в химчистку отдал, а тут дела государственные, и забрать не успел. Но у меня все есть, и корона, и тром, и по шашкам второй разряд. Скажите, вы куда? Шашки играть. Уже поздно. Свадьбу на завтра. Сделаем. Как неожиданно! Я кунг-фу панда! Я! О! Пара-пара-пам-пу! Друзья, вот мне интересно, что... почему Золушка? Вот что общего между Золушкой и девчатами, на ваш взгляд? Ну, как известно, Золушка — это сказка о трудолюбивой девушке, которая была... вознаграждена за свои старания. Мы тоже надеемся, что наши старания не останутся без внимания. 6 команд мы уже увидели на этой сцене. Наши участники прошли, ну, буквально огонь, воду, медные трубы. 3 сложнейших, на мой взгляд, испытания. Но несмотря на то, что сегодня в нашей программе мы определим победителя уже совсем скоро, каждый, кто поднимался на эту сцену, на мой взгляд, уже является чемпионом. Ну и продолжая говорить о арифметике, хочется посмотреть на табло и узнать оценки за 3-й конкурс. Сейчас мы обратим внимание на табло и узнаем, кто лидирует по итогам 3-го конкурса. Итак, Пекинский университет иностранных языков 93 балла. Но
Нужно отметить, это итоги третьего конкурса. Финал еще впереди. Я все-таки хочу спросить зал. Спросить зал, как вы считаете, кто же победил в сегодняшнем испытании? А вот сейчас узнаем все мы, конечно, телезрители. Просим вашего внимания на экран. Это, друзья, внимание... Пекинский университет иностранных языков! Они получили 253 балла! И под аплодисменты всего зала, наставников, жюри! Чемпионов на сцену! Полгода шли они к этому. Вы настоящие молодцы! На то, чтобы подготовить команду стать чемпионами! Итак, мы приглашаем на сцену для вручения ценных призов заместителя главного редактора телеканала CCTV Хуан Чуан Фэна. Букет наставнику команды победителя. Кроме того, наши чемпионы получают подарок кольца, на которых выгравировано выражение «Стань победителем». Дорогие друзья, и для вручения наиценнейшего приза сегодняшнего, назовем его, чемпионата, мы приглашаем на сцену заместителя министра образования Китайской Народной Республики Лю Лиминя. Добро пожаловать! В следующем году, в новом сезоне, стань победителем. Этот трофей достанется команде, кто знает, возможно, это снова будет Пекинский университет иностранных языков. Прежде всего, хотелось бы поздравить всех победителей этого конкурса, конкурса русского языка, всекитайского. Но я считаю, что сегодня на этой сцене нет проигравших. Поэтому я поздравляю всех участников нашего конкурса. Я вспомнил одну фразу, как по-русски говорят, и на нашей улице праздник. Аплодисменты! Поэтому сегодня для всех участников большой праздник. Я поздравляю всех. И потом хотелось бы поблагодарить наших членов жюри за такое внимание, за такой профессионализм. Спасибо большое. Россия и Китай – это близкие соседи и великие соседи. Нам нужно знать друг друга. Но знать друг друга обязательно через язык. Так что я нашим ребятам хотел бы пожелать, заканчиваю фразой Ленина, учиться, учиться, еще раз учиться. Спасибо. Золотые слова, спасибо. Остальные победители нашего конкурса, друзья, мы ждем вас на этой сцене. Поздравьте, пожалуйста, всех участников. Именно сегодня мы с вами стали свидетелями первого сезона первого всекитайского телевизионного конкурса по русскому языку «Стань победителем» и наглядного примера китайско-российского молодежного обмена. Спасибо за внимание! До встречи в следующем сезоне! До свидания!